Более 120 тысяч человек присоединились в нашей республике к акции «Ночь искусств». Это зрители и участники трансляции спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий, видеолекций, игр и викторин. В столице Карелии прошел чемпионат Северо-Западного федерального округа по кендо. В искусстве боя на бамбуковых мечах петрозаводчанин Артемий Берников взял бронзу, а Ксения Чмутова – приз за боевой дух. Арт-объект в благодарность медицинским работникам установили в Медвежьегорске. Скульптура в виде сердца появилась на улице Советской. Фильм «Маршак. Вперед в детство», часть сцен которого снимали в Карелии, можно бесплатно посмотреть в сети. Он рассказывает о жизни детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. Полиция Петрозаводска разыскивает вора, вынесшего из магазина электроники два ноутбука. Ущерб составил не менее 250 тысяч рублей.